Всем привет, ребята, с вами Влад, и в этом видео немножечко контента. Конечно, это не я делал, не я снимал, не мои скины, но все же вы должны это увидеть. Во-первых, я вам буду показывать сейчас скины из Namalus коллекции. Точнее, не из Namalus, а из Non. И это, возможно, даже не коллекция. То есть этих скинов больше не существует. И вы увидите видео с этими скинами. Это видео очень старое, и ролик взят с канала Рекфиза. Но, ребята, почему я его взял? Вы скажете, ты зачем воруешь видосы? На самом деле, этот ролик я скачал, потому что Рекфиз сказал, что он продает канал. И я думал, лол, если он продаст канал, и это видео просто удалят, и файлы будут утеряны. То есть, мы уже никогда не сможем это увидеть. И я сразу же полетел на его канал и скачал. Этот видос у меня где-то месяц хранился на телефоне. Даже больше. Просто в загрузках. И я всегда думал, блин, вот 100% вот этот новый человек, который приобрел канал Рекфиза, он удалит когда-то этот ролик. И пришло время, и он реально удалил этот ролик с канала. И когда он это сделал, я немножечко приофигел и вспомнил, что у меня реально этот ролик скачан на телефоне, и только у меня есть это видео с удаленными скинами из игры. Прежде чем показать сами скины, которые я удалил, я хочу хотя бы вам фотографии показать скинов, которые вообще удалили из игры. Есть еще AVM Treasure Hunter, но, конечно, я ее в видео не буду показывать, потому что с ней видео нету. Вот, кстати, тот самый казуал, который я буду показывать вам в ролике. Вот как он выглядит. И, ребята, это, если честно, мой любимый скин в игре. Все это знают, кто подписан на мой канал, что я всегда мечтал поиграть с этим глоком, потому что он невероятно красивый. Я не знаю, для меня это просто лучший скин, который может быть. Я всегда надеюсь, просто постоянно у меня такое чувство, что когда-то его уже добавят. И, ребят, ну капец, ну я очень хочу, чтобы его добавили. Ну это жесть. А второй скин, который вы тоже увидите сегодня в ролике, МК Эвил. Но лично мне она не нравится, потому что она очень сильно кровавая, и меня такие страшные вещи не привлекают. Такое что-то кровь и всякое такое, простреленная насквозь М-ка, типа как будто в нее стреляли, и с нее что-то потекло. Ну, меня от этого тошнит, и мне вообще неприятно с такими скинами играть, на которых есть кровь. Ну вот, реально тупо неприятно. Вот внутри такая неприязнь. Мне хочется какое-то добро, не знаю, какое-то скин с тучами, я не знаю, шоколадный скин, но не такое, ребят, это перебор. Кстати, еще есть очень много скинов нон-коллекции, то есть, которые не добавили, и, возможно, их никогда не добавят. И я решил не показывать всех скинов в этом ролике, и если вы хотите увидеть все-все-все скины, ссылочка будет на тот ролик со всеми скинами в описании, то есть вы можете зайти по ссылочке в описании и посмотреть ролик, там, где у меня есть вот эти все секретные скины удаленные. А вот, кстати, ребята, та самая AVM Treasure Hunter. Вот как она выглядит, и она была у меня уже в прошлом ролике, ссылка на него в описании. А сейчас настало время увидеть тот самый видос с секретными скинами. Ребят, фух, давайте. А вот, ребята, и тот самый ролик. Вот, кстати, эмочка. И здесь будет и Gold Керамбит, и Glow Casual. Но Glow Керамбит тогда, на то время, когда снимался этот ролик, он был только у разработчиков. И он считался, то есть, тоже таким же скином, как и эти, запрещенными, которых не будет никогда в игре. Вот, кстати, Glow. Очень красивый глок. Ну, нереально красивый. Я бы очень хотел сильно его себе в инвентарь. Надеюсь, его когда-то добавят в игру.
Не знаю, почему разработчики такие решительные, убирают так резко скины, такие, мы не добавим их. Я не знаю, из-за чего это. Керамбит, кстати, но на то время это был красивый нож, но Реквизу почему-то он не понравился. В принципе, мне тогда зашел. Нормально было. А сейчас, ребята, я решил немножечко вам сломать мозг. То есть, сейчас вы должны смотреть полностью до конца эту катку в зеркальном режиме. Вы скажете, ты что, ненормально или что-то подобное, но вы когда-то пробовали вот так вот играть в зеркальном режиме? Я лично не пробовал, но посмотреть на это стоит. И я, в принципе, не видел, чтобы такие еще эксперименты кто-то делал, но согласитесь, это смотрится очень странно, и я сейчас даже уже запутался, где кто находится и куда я сейчас иду. Это реально очень странно. Можете смотреть, в принципе, до конца. Я вас не заставляю, можете выключить видео уже на данном моменте. Ну а я отлучусь ненадолго.